Здравствуйте, я Настасья Лебедева, и сегодня у нас будет примерка моих купальников. Погнали! И это у нас вот такой вот купальник. Это мой самый-самый любимый купальник, потому что здесь вот такой вот черный топик. И вот такие вот плавки. Ой, не той стороной. А вот такие вот плавки, они высокие, поэтому они мне нравятся. Этот купальник, ну, из-за того, что он мой самый любимый, я ему ставлю 10 из 10. А мы погнали дальше. И следующий у нас купальник, это вот такой вот синий с цветочками фирмы, какой фирмы? Пейдж Ван Янг. Он, ну, такого синего цвета, в принципе, хороший, красивый, мне он нравится, поэтому я ему ставлю, ну, 9. Все-таки мне что-то в нем, ну, не очень он меня привлекает, как черный. А мы переходим дальше. И это у нас вот такой вот купальник. Тоже, в принципе, очень хороший, но он достаточно быстро выцвел. Он был именно такой вот ярко-ярко-розовый. Вот. Вот здесь вот уже на плавках все разинки оторвались. Вот здесь на лошади тоже все оторвалось. Но, тем не менее, я ставлю ему 8, потому что, ну, он все-таки красивый и... Вот. Фирмы он Арнадел. Я не знаю, что это за фирма, но ладно. Вот такой вот купальник. А мы переходим дальше. Следующий у нас купальник. Это вот такой вот синий купальник. Тоже один из моих любимых, потому что он без лямок, и с помощью него я смогла загореть на море. Ну, здесь вот такие вот самые обычные плавки. Но этому купальнику я ставлю 9 из 10, потому что мне не нравится его дизайн. Но все равно... Он помог мне хорошо сгореть на море.
переходим дальше. И следующий у нас купальник, это вот такой вот розовый слитный купальник. Вот такой вот. Это мой, честно, нелюбимый купальник из всех, которые в этом видео есть, потому что он вообще неудобный. Я его одевала, ну, один или два раза за это лето. Во-первых, то, что тут вот такая вот грудь, мне вообще неудобно. Ну и то, что, в принципе, он слитный, и все, что он без лямок, это тоже минус. Этому купальнику я поставлю 4. Все-таки цвет у него красивый, но мне он вообще не нравится. Наша примерка и закончилась. Обязательно подписывайтесь на меня, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео. Обязательно переходите внизу по ссылке в Инстаграм, подписывайтесь в Инстаграм и вообще все мои соцсети. А с вами была я, Анастасия Лебедева. Всем пока-пока!